Конкурс «Дети читают стихи». Платон Хохлов, 5 лет, поселок имени Морозова, Ленинградская область, читает стихотворение Агнии Барто «Дело было в январе». Дело было в январе, стояла елка на горе, а возле этой елки бродили злые волки. Вот так тараж ночной порож, когда пустота тихо, встречает волка под горой зайчата и зайчиха. Кому охота в Новый год попасться волку в лапу? В лапу волку зайчата бросили вперед и прыгнули на елку. Они прижали ушки, повисли, как игрушки. 10 маленьких зайчат висят на елке и молчат, обманули волку.